Что все трудится? Смотри, какая огромная она. Она серьезно сделана. Да. Посмотри, что делает. Ртом выдувает, да? Ага. Через ручку выдувается сок, но она так серьезно постаралась, видишь, как он да, четко. Огромная, огромная, да-да-да. В деталях. Ну, с этой стороны слева она еще не сделала, но там очень четко. Ага. Оградила. Так вот зарабатывают. Вон там кладут штуку. Это написано Грациес. Кто хочет, может копеечку туда ложить. Здесь, друзья, проходят карнавалы кругом. По всему улицу. По всему улицу, по всему городу. Эти участки карнавала. Особенно вон там, где виноводочные магазины. Там не полностью оккупировали его. Затариваются конкретно. Каждый выходит по 2-3 этих пакета. Алкоголя берет. Не знаю, что с ними будет завтра. Выживут ли они, но сегодня у них тут будет очень весело, я так чувствую. Хотя думаю, что куда мы сейчас едем, на Тенерифу, там тоже сегодня будут какие-то движения, потому что карнавал этот, он везде по Канарским островам проходит. Да, сегодня гуляет. Сегодня Канары гуляют. Так, наша задача сейчас вернуться к автобусу, который нас довезет до парома. Вот видите, на этом острове, как я и говорил, Лас-Пальмас, да, город называется. Вот здесь еще можно встретить русскоговорящих, только что прошли. На других же островах, ну или не на других, а на некоторых островах, которые мы были, это Форт-Авентура, Ланзаротто, там абсолютно максимум там 2 человека я встретил, то есть никого нет. А также здесь, на этом острове, Гран-Канария, вот этот Лас-Пальмас, тут есть даже магазины, где на русском говорят, то есть русские магазины есть, в общем, в этом плане все нормально, если для русского или русскоговорящего человека сюда прибыть. Туда? Пойдем. А, да, я слышал, что вы русские уже как бы. Вот еще, видишь, здесь, смотри как, приезжаешь, сразу русскоговорящие видны, ну в смысле не видны, а слышны. А там, где их нет просто. Как ни крутись, как ни вертись. Конечно, они где-то там, понятно, единица есть. Так нет. Такие вот дела. Что, хочешь что-нибудь про Канарские острова рассказать? Я сейчас буду просто выключаться, потому что у меня надо батарейку. Если хочешь, можешь что попрощаться с зрителями. Как-то виднее, что это карнавал. Виднее? Да. Ну, как-то веселее здесь. Угу. Не, ну сейчас у нас тоже будет веселее. Они же, они же. Прибор для веселья. Они, да, да. У тебя тоже карнавал. Да, да. Слилось с толпой. Потому что сейчас они прибудут и на те острова, не только на эти. Посмотрим. Ну, тут, мне кажется, так как самый большой, такой крупный центральный остров. Ну, он как бы не самый большой, но самый центральный тут. Да, да. Центральный аэропорт, интернациональный, в общем, вот это все. То, мне кажется, тут больше всего этих движений, скорее всего. Так есть. Еще на Тенерифе будет. Ну, посмотрим. Я так думаю. Должно быть. Сегодня. Должно быть на Тенерифе, потому что там тоже такое движниковое это место. Так, нам лучше пройти вперед лучше. Здесь, видишь, здесь загородили улицу. Смотри, они закрыли. Пробег. Ага. По этой улице они будут идти, получается. А, нет, или может здесь мне кажется, скорее всего, закроют там. Может здесь просто местного министра везут какого-нибудь? Нет, это не министр. Скорее всего, они закрывают улицу. Будет здесь идти этот пароль. Ага, такси говорит, убери. Например, по
убери, говорит, машину. Вот такие движения тут. Это вообще тузики видишь. Все, такси сруливает, нельзя тут стоять. Так, пойдем по этой улице тогда. Нам же еще не надо туда заворачивать. Раз тут посмотрим, может быть, что-нибудь начнется, пока мы здесь. Я просто... не думаю, а я к этому таксисту еще раз сказали, убери свою тачку, чувак. Где моя тачка, чувак? Теперь вон они автобус грузит. Они все еще идут туда, в сторону, а может быть оттуда, а может быть сюда. Да, точно. Там все, собираются? Все правильно, да. Они там. Да. Но мы не успеем этот карнавал увидеть, потому что... Да. Спрашивает, что там, говорит, когда эти движения пойдут. Полицейский объясняет, сейчас, ждите, скоро начнется. Артисты готовятся, полиция тоже в сборе, все занимаются своим делом. А это место авторитет, ему здесь можно ездить. Как? Да, эти места заняты. Ага. Так, пойдем еще пройдем, потому что нам еще рано туда идти, на левую сторону. Точнее, поворот еще можно еще пройти. Как видите, друзья, зрители забивают места, готовятся к карнавалу. Вон, с той стороны садятся. Ну, здесь реально шествие будет очень серьезное, потому что по всему городу бродят вот эти вот артисты, карнавальщики, вот, в костюмах. То есть подготовка идет. Особенно идет очень серьезная подготовка около магазина. Как я уже говорю, где этот алкоголь продается. Там они затариваются. Вот зрители у нас, да. Все в сборе. Скорее всего, наверное, как-то так вот заворачивали здесь. Ага. Так, ну мы уже вышли на свою эту, да? Или нет? Или еще нам надо пройти? Пойдем вот там вот тогда пройдем, как раз ровно выйдем туда. Скорые тоже готовятся. Разбирать все. Надо. Автобусиком сваливать его. Так, зрители. Не знаю, наверное. Получается так. Остановили. Все понятно. Так, пойдем. Друзья, мы вынуждены покинуть это место, потому что, несмотря на то, что здесь будет очень интересное действие происходить, через полчаса где-то нам надо на пароме уже быть. И главное не опоздать. Потому что если опоздаем. Серьезно. Ага. Из бара такой. Ну это вообще мучает. Да, он такой. Горилки. И вперед. Что, пойдем?
А вон у нас эти ходят карнавальщики тут тоже. На этой улице везде полиция. Кажется, вон там у них идет подготовка. По крайней мере, результат какой-то. Да. Видать, они здесь и собираются. А вон сцена тут, оказывается. Так, сейчас глянем, у нас еще есть несколько минут, посмотрим, что у нас тут. Персонажи, конечно, интересные тут бродят. Вот здесь все движения тут. Или это просто концерт какой-то, не имеющий отношения к этому карнавалу. Идет, кажется, карнавал. Парад идет.
главный персонаж карнавала, друзья. Это что же за ужаснейшее зрелище у нас? Бедные люди. Разве так можно издеваться над людьми? Еще подтянулась парикмахеры, кажется, с ножницами. Так, это у нас все или не все? Закончился. Да. Мы успели. Так, давай, у нас времени мало. Нормально время. Уже 25 надо идти. Полчаса. Да, пойдем. Еще дойти надо и там. Прикольно было. Ну все, главное, успели. Последняя карета больше понравилась. Да? По всему городу, точнее, вот сейчас он будет по прямой идти и дойдет до океана, где улица как бы заканчивается на набережную. Тут
интересно то, что океан с этой стороны и вот с той стороны, буквально пару кварталов туда-сюда. Друзья, вот такую совершили маленькую карнавальную прогулочку. Сейчас наша задача добраться до парома и ехать на остров Тенерифа. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.